отец и карусель, а над землей ружатый тропоти. И тропоти разлуками собаки, да? А вторая? А это овчарка, да? Помнишь? Колупалок боится. Он защищает ее. А что делать-то с ними? Видите, тут ездить машинам вроде бы запрещено, да? Прекрасная лыжня 1 апреля. Вот слева это лес. Здесь я когда-то ходил в детский сад. Здесь он, его не видно отсюда. Все за деревьями. А вот справа я не знаю чего. Этих домов я в детстве не видел и в юности. Ну, мир не без добрых людей.
Лучшие люди должны жить на природе. Ведь мы проезжали комитетский лес, там была дача Папанина, небезызвестного полярника. Здесь тоже, наверное, полярники обитают, которым нужен чистый, свежий воздух. Когда-то здесь был тоже лес. Не знаете, кто там живет? Вон те, в тех домах. Разные люди. А вы там не живете? Нет. А кого? Ну интересно, кто такие дома может строить. Те, которые, по крайней мере, 20 миллионов имеют. А, такая цена, да? А, понятно. Порядка миллиона под ключ. Сколько? Понятно, спасибо. Вот мой детский сад. Когда-то меня возили сюда на санках. А это какой-то жилой район, да? Не, ну просто как-то дома близко к каналу стоят. Попытка съехать на велосипеде с горки закончилась провалом. Но мы сейчас проедем туда же. Да, пытался скатиться с этой горки, но жив. Вон едет, вернее идет. Все же я ошибся, вот детский сад, куда я ходил. Это не то. Сюда меня возили. Да. Помню, кормили манной кашей, как я ее любил. Все выяснилось, это санаторий. Вот там детский сад, его здесь не видно, а я поднимаюсь обратно на этот вал. Чтобы продолжить путь к Ярославскому шоссе. Прекрасная погода с верным воскресеньем. Как лыжня? Еще недельку подержится? Да, наверное, еще должно. Мы подъехали к Ярославскому шоссе. Когда я учился в школе и в университете, здесь можно было переехать на лыжах, да. Просто перейти дорогу и ехать дальше. А вот здесь была дорога, видите, она и есть дорога. По ней я бегал кросс, тоже перебегал Ярославское шоссе, бежал дальше. Но сейчас это уже из-за растущей урбанизации края невозможно. Надо переходить тут по переходам специальным, это, в общем, искать, это Марокко. А здесь был лес, густой лес. Ну как с этим бороться, да, никак уже не поборешься, эти дома что. Только налоговая система за владение собственностью в таких элитарных местах может что-то поправить в мировосприятии людей, которые вдруг оказались здесь, на месте леса, который был когда-то украшением города Королёва. На этом участке, пожалуй, лучше лыжня. Всегда. День сегодня не солнечный, а то бы все подтаяло. Но вон, видите, уже веяния современные. Не только на лыжах катаются. Там на лыжню кое-где портят.
та же собака, которая меня облаяла, вот она лежит уже в одиночестве. Возвращаемся назад. Та же птичка нас приветствует. Как едется? Нормально. С вербным воскресеньем. Чуть вон мешает это, конечно, плохо скользит, опавшая вот эта шухера. Но там на канале будет получше. Да? Бабушкины лыжи, так она же маленькая. Так откуда делать? А, с вербным воскресеньем у вас. А? С вербным воскресеньем. Вот так. А.